Всем привет! Сегодня у нас будет ролик достаточно интересный, но на достаточно избитую тему. У меня уже было несколько видео на канале про вечные втулки для магазина. Я оставлю все ссылочки на все эти ролики в описании к этому видео, для того, чтобы у вас было, скажем так, полное понимание этого вопроса. Ну и сейчас вкратце объясню проблематику. У нас есть ружье Бенелли. Также такие же есть ружья Бреда, Морочи и все аналоги, скажем так, которые были плюс-минус скопированы. У нас есть ресивер, который имеет окно зарядки, которое все спортсмены расширяют для более удобной зарядки методом по 4. Как только мы расширяем этот магазин, возникает какая проблема? Подаватель, это вот эта красная деталюха, которая непосредственно толкает патроны, он штатно упирается здесь в колечко, и колечко является частью алюминиевой коробки. Соответственно, как только мы начинаем трогать для расширения этого окна, у нас колечко становится неполноценным, штатный подаватель начинает пролапсировать в коробку, тем самым блокируя работу ружья. Раньше эти вопросы решались просто кастомными подавателями большего диаметра, но кастомные подаватели, к сожалению, проблему не решает полностью, потому что в какой-то момент они начинают застревать в переходе удлинителя магазина и родного магазина. В целом работают хуже при засорениях, при каких-то там песчаных матчах и так далее. Поэтому было принято решение еще в те древние стародавние времена сделать втулку. Дело в том, что магазин штатный, вот этот алюминиевый, который на ружье стоит, он не просто вкручен в коробку, он вкручен в коробку через металлическую деталь. Металлическая деталь выглядит вот таким путем. Точнее, вот. Так будет более корректно. Большая вот такая резьба, она вкручивается в коробку, а тонкая резьба вкручивается в трубку непосредственного магазина штатного ружья. Вот это непосредственно вот эта втулка от Бенелли. В чем проблема? Проблема в том, что она просто является трубочкой. То есть, если мы посмотрим, внутри никаких уступов нет. Это просто трубочка. Соответственно, было в свое время, ну, я уж не помню, если честно, то ли скопировано решение, то ли придумано. Но суть не в этом. Была изобретена трубочка, которая имеет второй бортик вот здесь внутри. Тем самым подаватель, выглядящий вот таким путем, то есть более глубоким вот этим вот упором в кольцо. Такие подаватели были в свое время на Бенелли Супернове. Он спокойно внутри этой трубочки фиксируется. То есть упорное кольцо уже располагается не на алюминиевой коробке ресивера, а на стальной втулке, которая уже является, скажем так, кастомом и частью тюнинга оружия. На самом деле для всех спортсменов эта втулка, она в какой-то момент стала абсолютно обязательной деталью тюнинга. И в России у нас этими вещами занимался Леха Вишняков в Твери. Собственно, эти втулки делал для всех. У меня вот на этом ружье стоит его втулка. У всех остальных было все то же самое. И все были счастливы этому событию. Я даже помню, сколько она стоила. По-моему, 3500 рублей эта втулка стоила на начальном этапе. Потом, конечно, чуть-чуть подорожала, но не суть. Собственно, в какой-то момент появилось также второе решение от украинской компании Modifier. Сейчас уже, естественно, по понятным причинам это все не поставляется. Вот такое было решение. То есть это был целиковый магазин вместо штатного алюминиевого, сделанный из карбоновой трубки с алюминиевыми частями, где резьба, и с применением втулки американского производства фирмы Rod Performance. Это, если кто помнит, те ребята, которые в свое время делали многоствольный такой поворачивающийся магазин трубчатый на 24, по-моему, или на 32 патрона, ну, который очень быстро перестал производиться за ненадобностью. В общем, вот такая втулка, абсолютно такая же, как была у Лехи Вишнякова, за исключением того, что она была под свой собственный магазин. То есть здесь у нее такая коротенькая резьба, в отличие от штатной бенелевской. И более толстое такое кольцо переходное, как раз с отверстием, чтобы удобно было ее закручивать отверткой, не деформировать, потому что здесь вот трубочка получается достаточно тоненькая. Ну, собственно, было вот такое решение.
Собственно, я какое-то время стрелял с такой трубкой, и у меня на канале был ролик про нее, тоже оставлю в описании. Проблема заключается в чем? Что, ну, во-первых, компания Modifier уже, по сути, не существует. Во-вторых, вот эти вот карбоновые трубки, они все ломались. Они откручивались от алюминиевых вот этих захладных, лопались, срезалась резьба. У меня на чемпионате России на модифайеровском, скажем, удлинителе магазина случилась тоже проблема с резьбой. Поэтому вот это решение карбоновое, оно на самом деле не особо ничего дает, потому что разница, по-моему, 30 грамм в весе между карбоновой трубкой и родной алюминиевой. То есть это, в общем-то, ни о чем. А проблем можно огрести полную кучу. И, ну, скажем так, сейчас, в данный момент, даже те, у кого такие трубки есть, хотели бы их поменять. И если вы смотрели мой канал относительно недавно, вы, наверное, видели ролик про то, как Антоха Урбанович перешел в стандартный класс, купил себе Benelli M2, и у него сейчас тоже встал этот вопрос. Мы ему поставили на самом деле одну из трубок вот этих вот модифайеровских, которая у меня лежала просто где-то там в мастерской. Она у него развалилась на первой же тренировке, и поэтому нужно было что-то очень быстро решать. Какая была проблема со втулками от Леши Вишнякова? Проблема была в том, что они делались на не самом простом предприятии. Предприятие, опять же, по понятным причинам, каким-то образом перестало брать эти заказы, потому что их там делали тоже так, как левак. И все, в России не осталось никаких возможностей для того, чтобы реализовать вот эту втулку для Benelli M2. Антоха взял все в свои руки. И, собственно, получилось что? Было два решения. Либо сделать новую втулку под штатный магазин, либо сделать магазин под втулку Rode Performance, которая осталась от магазина Modifier. И сделали и то, и другое. Собственно, предлагаем вашему вниманию решение номер раз. Это новая втулка, аналог вишняковской втулки. Втулочка с внутренним бортиком, с подавателем, с отверстиями для того, чтобы эту втулочку можно было удобно закручивать каким-то воротком. Делает это металлообрабатывающее предприятие. У нас здесь, в России. Все контакты, естественно, оставлю в описании. Занимается этим замечательная девушка Таня, которая тоже стреляет у нас в открытом классе. Вы можете ей писать в Telegram. Всем поможет, все расскажет. Это решение именно для штатного алюминиевого магазина, для Benelli M2. И, если я не ошибаюсь, эта же штука подходит на Бреду и Мороччи. Потому что там, по сути, все эти втулки – это копия Benelli. И решение номер два. Это алюминиевый магазин взамен штатного для втулки Rode Performance. Если у вас есть либо втулка Rode Performance, то есть если у вас когда-то стоял вот этот модифайеровский магазин, то вам достаточно будет заказать только саму трубку магазина. Если же у вас есть просто желание получить и новую трубку, и втулку, ребята делают прям вот такой целый комплект. Они сделали копию втулки Rode Performance и сделали магазин. Собственно, он полностью комплектен, и с гаечками, и со всеми делами. При этом может быть длиной как под Benelli M2, так и под Бреду, там магазины чуть-чуть подлиннее. Поэтому, опять же, все ссылочки оставлю в описании, контакты мастера, который этим занимается. Мастера зовут Илья, он все это уже проверил, у Антохи есть и тот, и другой вариант. Собственно, вот это конкретно у меня в руках лежит экземпляр для ружья именно Бреда B12i. Уже все это дело проверено и апробировано. Поэтому сейчас, на данный момент времени, в России больше нет проблем с изготовлением вот этих вечных втулок для Benelli M2. А все абсолютно мануалы по замене этих втулок у меня на канале есть. Ссылочки, опять же, на них оставлю в описании. Вы можете посмотреть, как это лучше делать. Сейчас я могу сказать, что я уже большой специалист в выкручивании и закручивании всех этих трубок. И по большому счету, если хорошенько погреть феном непосредственно ресивер коробки, все это выкручивается достаточно легко влажными перчатками, которые смочены в холодной воде. То есть, по большому счету, это уже технология проверенная, занимает вся работа минут, наверное, 15. К слову, подаватель алюминиевый также идет в комплекте. На этом все. Всем спасибо. Пока.